По линии пенсионного фонда граждане получали пенсии, различные выплаты, пособия и материнский капитал. Фонд социального страхования, в свою очередь, предоставлял гражданам больничные и пособия, технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение. С 1 января 2023 года эти две организации объединили. Объединение пенсионного фонда и социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат и услуг, которые были в компетенции двух фондов. Оно направлено на повышение качества обслуживания граждан в первую очередь. Объединение снизит также административную нагрузку на бизнес и расширит категории граждан, обеспеченных социальным страхованием. Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. Все услуги, которые предоставлялись ранее в двух фондах, теперь можно получить в одной организации по единому запросу. С объединением фондов снизилась нагрузка и на работодателей. Если раньше работодатели формировали отдельные расчеты по каждому виду социального страхования, отдельные платежи и предоставляли отчетность как в ПФР, так и в ФСС, то сейчас для того, чтобы упростить эту процедуру уплаты страховых взносов, введен единый тариф. Благодаря этому работодателям достаточно сформировать один расчет и отправить один платеж. Форма уплаты осталась неизменной. И, конечно же, продолжают действовать онлайн-сервисы. Назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно только заявления. Его можно подать дистанционно через электронный кабинет. Социальный фонд России эту систему продолжит развивать. Назначение многих мер поддержки уже автоматизировано. И поэтому для получателей услуг достаточно только заявления. Заявление можно подать через свой электронный кабинет. Это в первую очередь упрощает процедуру. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. И в перспективе граждане могут получать еще больше услуг полностью онлайн, не обращаясь в клиентские службы. Для клиентов, которые привыкли получать консультации и услуги в фонде социального страхования, нужно будет обращаться по адресам единых клиентских служб. В Ленинске-Кузнецком она располагается по адресу улица Пушкина, 21А, а в Полысаево по улице Крупская, 100А. Также граждане могут задать интересующие вопросы по телефону горячей линии 8 800 600 0619 и записаться предварительно на прием. Анна Кириллова, Павел Желтиков, РИА Ленинск.